Тот же самый Потсдамер плац, но ночью. Купол красиво подсвечивается. Sony Center. Небоскреб. Весь горит. И да, как этот небоскреб горит весь. Там все окошки светятся. Так что, может быть, где-то в Берлине есть ночная жизнь. Немножко. Ну, красиво, слушай, да? А пойдем посмотрим, а, там закрыто. Пойдем выйдем, посмотрим, как там небоскребы горят. Нью-Йорка. Вон там кафешки действительно работают. Если не до часа работают, то хорошо. Starbucks какой-нибудь. Надо выпить кофе. Ну, сними хоть меня там на фоне этих кафешек всех. Чтоб я там весь красивый получил. Модель. Вот он я, да. Снимаем небоскребы. Так, пончики там. Тебе нужны пончики или небоскребы? А пончики тебе тоже нужны. А что, вон, видишь, вообще кто-то там, не знаю, работает? Работает, там люди сидят. Да уже. Красота, да? Там кино. А, это кинофестиваль где? О, звезды. Аллея звезд. Не аллея, но это... А, аллея звезд там. Почему кинофестиваль здесь же?